В Мугалжарском районе крышу над головой обрели 42 семьи, пострадавшие от паводка. На торжественном мероприятии, состоявшемся в Кандыгаче, аким района Дархан Ермагамбетов торжественно вручил жителям ключи от новых квартир и поздравил их с новосельем. Пострадавшие 42 семьи – жители Эмбы, Жагаблака, Бирлек, Башле и Каракуля. Всего за счет общественных фондов Пулата Утимуратова, Камкор Актубе 2024 и Дар Чарити приобретено и передано домов на сумму 728 миллионов тенге. С момента, как наш дом затопило, мы не были обделены вниманием со стороны государства и простых граждан. Жители всячески помогали нам, как едой и одеждой, так и всем необходимым. За это хочу выразить благодарность, также от моей семьи, благодарность фонду Булата Утимуратова за предоставленное жилье. Вот сегодня я держу ключи от шестикомнатной квартиры в городе Кандагаш. Всего во время паводка по Мугалжарскому району были разрушены 76 домов и 3 коммерческих объекта, а также 8 крестьянских хозяйств. Пострадавшим от половодья оказана единовременная помощь на сумму более 26 миллионов тенге. Посредством фонда сегодня вручили 42 ключа от квартиры. Также в планах у нас на следующей неделе осчастливить еще 13 семей и также в торжественной обстановке вручить им ключи. Наша задача на 100% выполнить работы по обеспечению жильем всех пострадавших во время паводка граждан. Работа по оказанию помощи пострадавшим и обеспечению жильем ведется в соответствии с поручением президента Касым-Жумарта Тукаева. Так, в селе Жагаблак затоплено во время паводка строится 9 домов, в селе Бирлек 5 домов. По Мугалжарскому району ведется ремонт 7 домов. Жасан Жалбаков, Динара Абдуалиева, Райгулин Шибай, Руслан Ельтаев, телеканал Актубе.